пришла грустная новость. Народная артистка России, актриса театра и кино, педагог Светлана Брагарник умерла вчера, 25 февраля 2023 года. Информация появилась на официальном сайте Московского драматического театра имени Гоголя. Светлана Михайловна Брагарник родилась 24 мая 1944 года в городе Александровске Сахалинской области. В 1968 году она окончила актерский факультет ГИТИСа и в тот же год стала актрисой Московского областного драматического театра имени Островского, из которого ушла в 1971 году. С 1972 года Светлана Брагарник играла на сцене Московского драматического театра имени Гоголя. В нем она служила до конца жизни. С 1999 по 2003 год актриса преподавала актерское мастерство в Институте современного искусства. Помимо этого, Светлана Брагарник сыграла более 20 киноролей, а также исполнила десятки ролей в радиоспектаклях. Впервые на экранах Светлана Брагарник появилась в 1972 году, снявшись в нескольких эпизодах фильма «Следствие ведут знатоки». Популярность к актрисе пришла после исполнения главной роли в картине 1991 года «Сатана». Помимо этого, Светлана Брагарник сыграла заметные роли в фильмах «Адъютанты любви», «Мелочи жизни», «Ученик» и в других. Актриса была обладательницей приза за лучшую женскую роль кинофестиваля «Кинотавр» за работу в фильме «Сатана», а также была лауреатом театральной премии «Золотая лира» и премии Ассоциации кинокритиков «Белый слон». Светлана Брагарник завершила свой земной путь на 79-м году жизни.